Изобретатель – это человек, который изобретает что-нибудь. Он изобретает всякие вещи. Изобретатель может смастерить машину времени. Например, роботов. Я придумала волшебные танцующие деревья. Изобретатель может придумать волшебную палочку. Вот как наши деревья, только там глаза, как у нас нос, рот, и они танцуют. Изобретатель – это тот, который всякие вещи изобретает, волшебные, которых в мире не знают. Волшебные карандаши. Он придумывает летающие машины. Очки. Это можно видеть очень-очень-очень далеко, даже до планеты Марса. Изобретатель может изобрести швейную машину, шляпы, волшебные ботинки. Они могут очень быстро бегать. Изобретатель придумает лодку. Я бы сделала волшебную удочку, которая говоришь, налови мне 100 рыбы, и она быстренько все наловит. Я бы такое сделала.